Доброе утро всем. Давно я с вами не здоровалась в этом переулке. Чарли тут все бегает, тут кошки разводятся. Вот, и он все тут бегает, думает, где же их найти. А их что-то нету, куда-то уделись все кошки, не знаю. Это барчик такой, он только ночью у нас открывается, ну, на ужин. А вот, а здесь вот другой ресторан. Короче, у нас тут на 3 человека 5, по-моему, ресторанов. Или 4. Раз, два, три, четыре. Вот. Но все это было для туристов сделано. А туристов пока, не знаю, по-моему, нету еще. Турист уже все, открываться надо. Я тут хожу, гуляю. Туристов что-то пока нету. У нас открылись границы с Евросоюзом. А вот. Ну, там некоторые страны все равно не хотят приезжать. Так что, не знаю, к чему все это приведет. Ну, будем надеяться на лучшее. Как иначе? У меня уже есть клиенты. Поэтому я побежала. На обед у меня готовлю так вот овощи немного. Поджариваю. Тут лук, кабачок. Кабачка пока нет. Лук, болгарский перец красный и баклажан. Тут вот уже порезала кабачок. Буду сейчас запаривать этот кускус. Что-то я не пополам его или как? Что-то не помню. Ну ладно, что получится. Вот. У меня я сегодня одна, потому что вчера муж такой говорит: возьми завтра выходной. Я говорю, выходной? Зачем он мне нужен? А у меня сестра говорит, уезжает на это, на Канарские острова. У нее там дочка живет, и дочку будут оперировать. И вот она поехала туда, чтобы, ну, помочь дочке, да. И, а я им что сказала? Вот, и я говорю, так выходной зачем? Я говорю, ну, в Малагу поедете, что тут ехать-то? Он такой, не, говорит, мы в Севилью. Я говорю, куда я в Севилью поеду? Да ну нафиг. Туда где-то ехать 2,5-3 часа. Там жара несусветная. Вот, и там, и что мне там делать-то? В машине тупо сидеть? Да ну нафиг. Вот. Я говорю, не, тем более, говорю, у меня клиенты есть, ну его нафиг. Не поехала в Севилью. Я там была, мы были... Я вообще во многих местах, я Андалусию всю проездила. Мы везде, где только не были. Раньше, когда не работала, везде ездили. Наездились и хватит. Теперь надо работать. Ты и вообще. Я отели не люблю, если честно. Я спать сплю очень плохо, а в отелях вообще не сплю. Да и с Чарли я уже 100 раз говорила, почему мы никуда не ездим. Потому что мне не с кем Чарли оставить. Он у меня такой, это, у него характер плохой, скажем так. И никто не останется. А, ну ладно, не в этом дело. Читаю ваши комментарии. Я, конечно, знала, что будут и как бы и негативные там отстаивать. Не знаю, что отстаивать. Что там-то отстаиваете-то? Ой, с учетом того, что говорят, мне, знаете, что понравилось. Я так смеялась. Ну, я мельком читала, что, типа, сидит там, обслуживает испанцев. А кого я буду обслуживать, дорогие друзья? Хотя нет, у меня есть в клиентах не только испанцы. У меня есть французы, парочка американцев есть. Немцы есть и есть англичане, так что не только испанцы. Ой, я не смею. Вот, когда человек пишет человеку комментарий, вот, что я в Испании живу, да? Вот он когда пишет, сидит там, обслуживает испанцев. А в Испании кого я должна обслуживать? А вы вот там, допустим, в России живете. Вы же русских, наверное, обслуживаете, правильно? Вообще в этом мире мы все кого-то обслуживаем. Абсолютно всех. Президент обслуживает народ. Парикмахер обслуживает своих клиентов. И так по кругу. И все. Мы всех кого-то... Если вы работаете, то вы работаете, обслуживая остальных. Разве это не так? Конечно, так.
Вот, а остальные там комментарии, что пора, что там пандемии нет. Ну, тешьте себя надеждой, тешьте себя этими, как говорится, этими неправдивыми историями, что пандемии нету. А, типа, покажи больницы переполненные. Не покажу, потому что, слава богу, у нас всего один человек в день умирает. Один человек. Не покажу я вам больницы переполненные. Это только благодаря тому, что мы сидели на карантине. А не благодаря тому, что пандемии нет или счет. У нас были дни, когда 900 человек в день умирали. Друзья, 900. Вы, наверное, не помните, я показывала, как в Ледовом дворце трупы складывали. Так что вы дальше. Я за Россию спокойна, потому что у меня бабушка с дедушкой умерли, родителей у меня нет. Мне волноваться, у меня нет пожилых там родственников, ну, кроме дяди и тети. Поэтому мне переживать, у меня брат молодой, сильный мужик. И мне за них не особо, поэтому я спокойна, и все. А там, хоть, как говорится, волосы на себе рвите, мне какая разница, мне совершенно без разницы. Вон, мне бы пожрать вкусно. Да мороженое слопать. Да клиенты, чтобы мои были живы, здоровы. И приходили ко мне. И все. А что еще надо для счастья? Сейчас на пляж пойду. Загорать. А то у меня, смотрите, плечи какие. Уже облазию. Но я думаю, что все, это готово. Плечи, сгорели плечи. Аппарат этот был неуместен. Хоть вы там что мне говорите. Неуместен он был. Неуместен, совершенно. Кто-то там порадовался. Ой. Ну, радуйтесь. Главное, чтобы завтра не плакали. А остальное ерунда. Так, мне сегодня еще нужно хлеб испечь. Такой для тостов у меня остался на, буквально на день. И все. Правда, когда его печь, я не знаю, еще не придумала. Хочется же и на пляж. Сейчас надо за сиделкой сходить, она у меня наверху. И хлеб испечь. А потом еще с Чарли хочется пойти погулять. В общем, не знаю. Тут муж купил бухло нам на праздник. Ну, мартини красное, розовое, росу, красное, не знаю. Я, если пью такой вермут, то только белый с ананасовым соком. Ну, пью раз в пятилетку. Куда теперь его девать? Ума не приложу. Пускай стоит, ждет своего часа. Будет у меня выдержанный. Так, ладно. Угу. Сейчас все смешаю. Овощи у меня уже готовы. А что еще хотела? У меня там две сосиски есть. Сосисочки. Три сосиски. Две мне, одну Чарли. Ну, это как всегда. Сейчас их в микроволновке тоже разогрею. И все. И будет мне шикардос. Сейчас скажет, вот, ничего в жизни нету, только пожрать и поспать. А у вас не так? Вы не жрете? Ну ладно, может быть, вы кушаете. Едите, что там делать. Ой, я же всегда говорю, я деревенская баба. Я же села. Березовка называется село у нас. Березовка. Село, деревня, я так и не разобралась, что это. Деревня. Красивое, правда, название Березовка. Село Березовка. Ночной. Ладно, буду есть. И сериальчик какой-нибудь включу. Интересный. Я тут на пляж собираюсь. Спустила свою сидушку. У нее вот тут ручки еще были. Они отвалились. Как бы она вся, сидушка моя, не развалилась. Потому что ей уже, не знаю, года 4, наверное. Поэтому, блин, не знаю. А то так посидишь. А еще у меня нет сланцев, в которых можно идти на море. Поэтому сейчас заеду в Спрингфилд. И посмотрю себе какие-нибудь сланцы. Представляете? Я что-то думала, что у меня есть, а оказывается нет. Странно. В общем, переодеваюсь и еду на пляж. Особого желания, хочу вам сказать, нету.
Но я так подумала, что чем я буду дома... О май год! Цветочки! Офигеть, лезут! Друзья, лезут! Вот, чем я буду дома сидеть? Ну надо же, какая приятная неожиданность! Лучше на пляже полежу, послушаю книгу какую-нибудь. В общем, да. Еще я в Инстаграм залезла. Там девчонки знакомые тоже на пляже валяются. И, в общем, думаю, все, пойду. Пошла переодеваться. Все время приходится возвращаться в машину за маской. Какой-то ветер поднялся, непонятно. Блин. А вот шлепки, они в Спринтфере были двое по одной цене. В общем, за 4 евро купила двое сланцев. Вот такие вот. В цветочек и морская тематика. Вот тематику морскую сейчас надену. Я в голубом. И вот в этот магазин зашла. Вот этот. Там, видите, более 2000 продуктов за 1,5 евро. Мода, игрушки, домашняя утварь всякая, еда. И там вот две такие водички стоят за по акции. Берешь две за 1,5 евро. Мне она очень нравится. Это алоэ вера. Кстати, клубничную попью. Алоэ вера, там с кусочками прям алоэ вера. Видите, он натуральный. И с разными вкусами. Вот я взяла 4. Все, сейчас я еду на пляж загорать. Вода для меня слишком холодная. Я окунулась один разочек. Ну, блин, она ледяная для меня, поэтому вот так вот. Хожу, плескаюсь немного и все. Этого достаточно. И загораю. Сейчас уже домой скоро поеду. Народу так нормально. Соблюдают все дистанции между собой. Наверное, даже 3 метра между нами. Поэтому там вот, он, вот там вот сзади это собачий пляж был. Не знаю, там есть пару человек с собакой. А по пляжу ходят вот такие мужчины. Они не охранники, как это сказать, не те, которые вот спасатели. Вот, они просто ходят по пляжу и разъясняют людям, что, почем и как нужно находиться на пляже. Вот. Там, кто, как говорится, правила, чтобы все соблюдали. Не пойму. Грязная камера, не грязная. Вот, ну, чтобы все соблюдали дистанцию, чтобы там друг с другом не вперемешку были, в общем, все дела. А так все нормально, спокойно, все как и в прошлом году. Только вода холодная. Еще ветер дует такой, знаете, ветерок, и поэтому не жарко, а я люблю купаться, когда прям вот жарко, когда совсем прям вот не в моготу. Но мне в моготу и нормально. Вертолет летает. Я уже надела спортивную одежду и вперед в горы пойду. На пляже побывала, теперь время горам. Вот так вот и проходит день. На пляже еще прохладно, для меня вода ледяная, а когда не купаться, то как-то, ну, все равно 2 часа я там побыла. Поэтому, как бы, можно сказать, можно галочку поставить. Даже живот, по-моему, немного загорел. Ну и что ты там улегся-то? Бамо! Венька, сувы! Иди! Завязывать не надо. Мамо! Ну, как-то, видите, на улицу не с особым желанием идет. Венька! Венька, сувы! Беняки! Нет у него особого желания, но потом бегает, прыгает, нравится ему. Сувы! Венька, сувы! Вот так.
Это свинья. Вы посмотрите на эту свинью. Короче, здесь водятся овцы, козы. И такие ароматы стоят. И его эти ароматы, видимо, чем-то привлекают. И он решил в этих ароматах весь изваляться и изнежиться. Чтобы потом, наверное, так же благоухать, как и вся эта земля от этих коз и всех на свете. Бок у него уже черный. Я пресекла его желание. Вот. И вот только на одном боку пресекла его желание. И вот не знаю, как его отсюда убрать. Потому что благоухает здесь. Ну, вы сами видите как. И это благоухание очень ему нравится. Ну, что я хочу сказать. Видите, он как-то странно себя ведет. Как-то лапами что-то делает. В общем, ему нравится, какой здесь стоит аромат. Так что я могу сказать? Его сегодня ждут ванны со всеми делами, с пеной. Соли, наверное, не буду добавлять, но горячая вода и все такое его ожидает. И после придется и ароматы все-таки смывать. Ой, здесь такое эхо. А я еще в наушниках, наверное, так ору. Потому что не слышу же себя. Чарли, ты дурак? Вы посмотрите на его бок. Ароматный. Так что первым делом, что мы будем делать, когда дойдем до дома, это принимать ванну. Чарли, мама, а ладуча? А ладуча? Окей, ты с первого, дуча? Дуча? Да, прыгай, прыгай. Часто прыгаешь, а потом будет такими глазами на меня смотреть, типа, не надо, я не хочу. Вообще, знаете, я сегодня вышла в 9 часе погулять, и намного лучше гуляется, потому что вообще не жарко, так классно. Вот, вообще суперски. Погода замечательная. Блин, я когда на пляже была, ветер был, а сейчас нифига нет ветра. Ну как так, а всегда. И смотрю на море, оно такое гладкое-гладкое, как стекло. Ну так к вечеру всегда. Завтра, может быть, знаете, поеду на пляж. Вот тот, который находится. Ну, мы всегда говорим на дачу. У нас там раньше дачи были. Ну, когда, куда я по пятницам, субботам хожу гулять. Вот. Потом их снесли дачи, и мы. А пляж-то остался. И вот весь народ, родственники, все туда ездят. Все равно. Я вчера видела с одной родственницей. Вот, она говорит, да, мы там были на даче, там хорошо, говорит, типа все соблюдают дистанцию, ля-ля-то-поля. А здесь у нас и теннисные корты, но играют здесь не в теннис, а есть такой вид спорта. Ну, типа, это как теннис, только не знаю, чем он отличается. Падаль называется. Я уже говорила про него. Я не знаю, чем он отличается. Я не знаток. Я люблю в пинг-понг играть. Вот. Обожаю в пинг-понг играть. Я в детстве даже занималась. Ну, не скажу, не профессионально, но ездила на соревнования. Занимала первые места, можно так сказать. А вот в такой теннис мне просто пары нет, если честно. Не с кем. А так бы я, может быть, поиграла, поездила. Ну, видите, мне не с кем ходить гулять. Мне не с кем играть. Все мои девчонки, подружки, они... Не спортивные, скажем так. Не спортивные, рабочие. И вот приходится мне с Чарли гулять. В принципе, я не настаиваю, чтобы кто-то меня сопровождал, потому что я люблю гулять тоже одна. Включаю себе книгу и слушаю. Вот. Конечно, найти хорошую книгу для этого нужно. Ой, выпадает. Нужно время, потому что начинаешь слушать, такая фигня. Потом, вот не знаю, переберу с книг 5, наверное, и все не то. В общем, мы сейчас домой и купаться.
siguen queriendo invadir. Porque piensan y saben que este planeta sigue teniendo un montón de cosas que molan. Этому душек приняли. Я спальни все закрыла. Спальни все закрыла. Ой, а что тут было это? Чтобы он на кровать не побежал, знаете? А что тут было закрыто? Радио, телефон, все работает. Все, пошла я тоже в душ. Буду с вами прощаться до завтра. Вот. А, у нас сегодня новая передача. Надо будет посмотреть. Нет. Спальня закрыта. Я ему тут постелила полотенце, но он не хочет на нем. Кигера? К Олимпику, стамининю. Там Олимпику. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. Так что, друзья, вот так вот. Всем пока-пока. У нас сегодня был и пляж, и душ. Да, у кого-то было все.